Ислам, поздравляю с победой. Как физически чувствуешь себя после боя? Бой 3 минуты, первый раунд. Спасибо большое. Чувствую себя нормально, но из-за горного такого климата дышать очень тяжело. Я даже если бы не дрался, пару минут дышать тяжело. Скажи, вот какая тактика была на бой с Юрой? Вот, рассматривал, что он опытный соперник, что ожидал от него? Ну, я так бои его смотрел, я чувствовал, что у меня партер посильнее. У меня еще было преимущество длиннее рук в росте. Мне главное, нужно было в рубку не лезть и делать все свои работы, работать по плану. И вот теперь у тебя очередная победа в М1. Как рассматриваешь свою карьеру дальше? Как вот, часто тебя сравнивают с Хабибом, и ты проводишь такое сравнение. Есть ли план скорее уйти в UFC, или есть смысл остаться здесь и побороться за пояс? Муса Хаманаев уже оставил его. Как считаешь? У меня контракт уже закончился. Последний бой сейчас был. У нас чуть другие планы. Я пройду операцию на руку. У меня пластина в руке. Пройду еще пару боев и думаю уже буду выступать в UFC. Уже есть какая-то договоренность об этом? Уже практически все решено? Готов ли контракт там? Я думаю, с контрактом проблем не возникнет. Как только я, можно сказать, как будто ждали, пока я освобожусь от контракта. Думаю, что с подписанием проблем не возникнет. Скажи, как проходила подготовка, где проходила, какими методами готовился? Первый этап подготовки проходил у нас в Махачкале, в клубе имени Базарова, это в клубе имени Гаджи Махачева. Второй этап подготовки мы провели. Большой сбор у нас был в городе Кизилюрте, в клубе имени Базарганова. Приехали ребята с Украины, Али Багов был у нас, Сергей Андреев, Александр Бутенко. Было очень много людей, даже 3 человека с этих сборов участвуют на этих боях. Провели очень серьезную подготовку. Подготовились хорошо. И вот этот бой, когда следующий ориентировочно может состояться с учетом всех и операций, и подготовки, и контракта? Я думаю, на следующей неделе я буду делать операцию. Потом у нас будет священный месяц. Буду держать пост 1 месяц. И потом где-то в сентябре примерно, точную дату не знаю. Думаю, где-то в сентябре. Ислам, поздравляем с победой еще раз. Спасибо за уделенное время. Кого бы ты хотел поблагодарить? Болельщиков, кто помогал, тренеров? Спасибо, в первую очередь, всем, кто за меня болел. И все, что в Ингушетию приехало очень много моих братьев, друзей. Им хотел бы сказать большое спасибо за то, что приехали поддержать меня. Я чувствовал их поддержку тоже во время боя. Хотел бы сказать спасибо своему тренеру Абдулманату, всем своим спарринг-партнерам. Спасибо директору нашего клуба Вадиму Финкенштейну и организации М1 за то, что дали мне такой шанс провести 3 боя в такой организации с хорошими соперниками. Спасибо большое за интервью. Всемирно известные ММА-бренды. ММА-империя. Уже более 50 магазинов в России и СНГ. Присоединяйся. ММА-империя.ру